Итак, всем привет. Сегодня меня в ВК взломали и пытались меня развести моих друзей на деньги. Да-да, есть такие люди, новый вид мошенничества, развод на денег через ВК теперь. А вот администрация этой заразы, этого ВК, никогда, сука, не следят за всеми этими. Почему вы, зараза, администраторы ВК, не заметили, что это мошенничество? Вы что там сидите? Вы же должны следить за всеми. Блокировать тогда, надо было просто тупо заблокировать мое, заморозить мое сообщение, блядь, и написать мне на почту мейл. Вы же знаете, я же почту делал, все знают почту мейл мою. Написали бы, что, извините, мы временно вас заморозили, потому что тут происходит мошенничество, но вы этого не сделали. Вот был бы Павел Дуров, такого бы у нас никогда не было бы. С Павлом Дуром ВК было нормально. Вот как стали новые администраторы, так все время стало какая-то хрень происходить. Меня все время взламывать стали, блин. Писать моим друзьям, что я якобы какие-то деньги требую. Я никогда никого не писал, не требовал. Во-первых, я никогда не пишу «добрый день» все везде. Это кто-то новый, ведь мошенничество, походу, объявилось. Я никогда такое не писал. Особенно, чтобы «добрый день» кому-то писать, я никогда такое не писал. Администрация ВК, пожалуйста, проследите... Следите за всеми, чтобы люди, никто не взламывал чужие страницы. А если вы это не делаете, то нахрен вы здесь сидите тогда? Нафига вы сидите там? Вы сопли жуете, а не сидите. Не следите за всеми. Вам надо, ваша обязанность. Сидеть, смотреть и следить, чтобы где не было взломов. Никаких страничек не взламывали. Сейчас везде людей взламывают странички ВК, обманывают на деньги, а люди на это ведутся. Ведутся, вы понимаете, что сколько людей могло, блядь, денег отдать мошенникам, а вы сидите и ничего не делаете. Вы, наверное, и есть мошенники, которые решили так заработать денег, вытрясая с людей, блин. Вы нахрена это делаете? Объясните мне. Вы администраторы ВК, вы должны сидеть тупо, следить, чтобы никто не взламывал страничку. Если видите, что где-то взламывают страничка, вы должны были эту страничку заморозить тупо, напросто тупо заморозить и все. И написать человеку, извините, мы вашу страничку на время заморозили, и все. А вы этого даже не сделали, вы понимаете? Я теперь сижу из-за вас, дебилы, блядь. Администраторы ВК. Сижу и перед друзьями, блядь, перед своими. Краснею, блядь, отчитываюсь. Пишу, извиняюсь за то, что меня взломали. Вы дебилы, блядь. Вы просто тупо нахрен конченые идиоты, администраторы ВК. Вы нихрена не умеете следить, блядь. Верните лучше Павла Дурова. Он хотя бы порядок наведет ВК. Вы нихрена не умеете делать. Вы музыку даже, блядь, платную сделали. Раньше такого не было ВК, блядь. Вы совсем конченые, блядь. Извиняюсь, конечно. Но вы, администраторы ВК, совсем чокнулись. Вот и все. Ладно, всем удачи и пока-пока.